Вырос ты из станицы, Краснодар – старший брат. Белокрылые птицы твои годы летят, и становишься краше ты в одежде полей. Город юности нашей, город южных ночей. 5 октября Крымск отмечает свой очередной день рождения. Нашему любимому городу сегодня исполняется 151 год. 5 октября, в день празднования дня рождения города, мероприятия начались с раннего утра. По улице Синева развернулась централизованная сельскохозяйственная ярмарка-продажа. Более 50 предприятий, личных подсобных и фермерских хозяйств, частных предпринимателей и организаций представили свою продукцию. Цены ниже рыночных, а весь товар только лучшего качества и от кубанских производителей. Ярмарку тяжело оценить отсюда из-за прилавка. Ну, так вроде народ идет, покупает маленько. Конечно, всех горожан, крымчан с праздником. Удачи, здоровья, успехов. Город у нас красивый, любимый. Ну, чтобы стал еще красивее. Мы все его любим, наш город. Поэтому, ну что, чтобы дети наши не болели, чтобы... Все было у нас, все хорошо. Мы любим наш город, очень хорошо стало в городе. Вот как глава поменялся, я хочу сказать. Много изменений, молодец, спасибо ему большое, что так все хорошо. Глава города Александр Семко вместе с председателем районного совета депутатов Анатолием Рубан каждому участнику ярмарки вручили памятные подарки и поблагодарили за хорошую работу. Спасибо за участие в ярмарке и вам подарочек. Поздравляем с праздником вас, с днем города, сувенир вам от города, понятно, спасибо. От главы города. Также и вас, взаимно. Ярмарка, ярмарка, золотая ярмарка, 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 золотая и яркая, как душа моей России, как моя душа. В этот праздничный день я хочу поздравить от всей души наших крымчан с таким замечательным праздником, с днем города и района. И пожелать, конечно, крепкого здоровья, удачи в семье, на работе, и чтобы наш город и район был еще красивей, краше, и наши жители были довольны своей жизнью. В самом центре Крымска целый день шли праздничные мероприятия. Для детей в сквере организовали бесплатное катание на лошадях. Крымские мастера организовали выставку декоративно-прикладного творчества. Здесь же на месте можно было научиться гончарному мастерству, вышиванию, вязанию. Более 40 экспозиций представили народные умельцы со всей России на выставке «Крымский Арбат». Дорогие милые крымчане, я поздравляю вас с праздником, потому что это наш самый любимый, самый долгожданный праздник. Город наш красивый. Он красив не только своим внешним обликом, но и людьми. Вы посмотрите, какие замечательные люди сегодня здесь собраны. Это люди золотые руки. У каждого из них есть свое направление в жизни. Все сельские поселения муниципального образования «Крымский район» представили театрализованные курени с казачьей кухней, традиционными кубанскими обычаями и старорусскими обрядами. Каждый, кто заходил во двор казачьей деревни, был щедро одарен хозяевами. Гости смогли отведать всевозможные угощения, блюда кубанской, молдавской, греческой и другой кухни. Поприветствовал гостей, жителей и участников праздника глава муниципального образования «Крымский район» Анатолий Разумеев. Господин атаман! Крымское городское казачье общество для проведения 151-й годовщины города Крымска готово. Праздничком, спасибо. Ну пойдемте, за на стол надо пригубить маленькое и встречу. Пойдем. Там, пойдем. Праздником. Если мы хотим кого-то встретить с чувством, с уважением большим, ему подносим, поклонясь, ответать просим. Я очень рад и благодарен всем жителям Крымского района, города Крымска, за подготовку к этому мероприятию. Уже практически более полутора веков существует Крымский район. С 1958 года существует уже станица Крымская в статусе города Крымска. И все жители, безусловно, готовились к этому празднику, ждали его. И я очень рад, что сегодня, начиная с самого раннего утра, праздничные мероприятия проходят очень активно и очень массово на территории города Крымска. Одним из мероприятий была эта установка куреней, где мы хотели показать экономику района, его культуру, его быт, обычаи. И каждое поселение очень старались и установили курени, которые носили тематический характер. И основным и главным составляющим в этой
программе было то, чтобы каждый курень, каждое поселение могло представить себя как составляющую Крымского района. И, на мой взгляд, это очень удалось, это получилось и выглядело очень здорово. Одновременно с работой куреней в социально-культурном центре проходил конкурс детских колясок «Бэби-бум-2013». Более 30 участников со всего района представили на суд жюри свои произведения искусства. Были здесь королевские кареты, морские пираты, дюймовочки, принцессы и военные пилоты. Никогда в городе Крымске не было такого конкурса, мы не принимали в нем участие. Мы думали, что мы вообще будем одни, все призы будут нам. Ну вот и решили построить. Семье Вакингуд мы пожелали победы в конкурсе. И, надо сказать, успешно. Именно коляска в образе самолета одержала победу. Ребята получили диплом, ценный подарок, ну и, конечно же, массу положительных эмоций. Праздничные гуляния в Крымске продолжились до позднего вечера. Жители и гости города пели, танцевали и веселились. А наш город стал еще на один год старше. Крымску исполнился 151 год. Наталья Корня, Александр Недобежкин, Новости 24 Крымск.